И в завершение выпуска наша традиционная рубрика «Генеральная уборка». В Лабытнанге эко-волонтерами продолжается реализация проекта «Будущее Арктики». Его главная цель – очистка территории от строительного и бытового мусора. На этот раз порядок наводили на улице Обская. Об ударном субботнике расскажет моя коллега Ирина Волокитина. Хорошее настроение и дружная команда легко помогают справляться с любыми задачами. В планах волонтеров очистить от мусора улицу Обскую и территорию, прилегающую к частным гаражам. Давайте относиться к окружающей среде, к нашим дворам и улицам, и городу, по крайней мере, с уважением, потому что по этим улицам приятнее, по чистым улицам ходить. И вот на своем примере, то есть мы показываем окружающим, что можно и нужно это делать, выходить и приводить в порядок. Мероприятие проводится в рамках экологического проекта «Будущее Арктики», который успешно реализуется на территории округа. В прошлом году волонтеры убрали более 500 тонн мусора. В этом году работа продолжается. «Намного приятнее жить в чистом городе», говорит участник субботника, директор молодежного центра Игорь Воробьев. Как депутат, он считает, что воодушевлять земляков на добрые дела следует собственным примером. Молодежь должна быть в авангарде. Это уже у нас второе такое мероприятие. На прошлой неделе мы уже убирали на реке, да, на Ханми. В этот раз мы решили территорию города немножко привести в порядок, дать, может быть, и пример нашим жителям, да, чтобы они тоже выходили вместе с нами, помогали. Будем очень рады любой помощи от жителей. Участником данного проекта может стать любой желающий, вне зависимости от того, где он работает, сколько ему лет, не знаю, чем он занимается. Вот мы в партии «Единая Россия», у нас есть свой проект, называется «Чистый четверг». Мы в четверг выходим, убираем. Сегодня субботу мы решили тоже присоединиться, почему только в четверг наводить красоту и делать прекрасным наш город. Мы все здесь живем, мы здесь видим, да, вот эта гаражная площадка. И мы понимаем, что это не строительный мусор, что это бытовой мусор, который здесь оставили люди, которые, собственно, здесь оставляют в гаражах свои машины. Неужели так сложно донести до мусорки там тот или иной мешок? Ну вот мы сегодня за ними убираем. Безответственность таких граждан пагубно влияет и на экологию, и на эстетический облик города Семилистинец, отмечали активисты проекта. Наша задача не только привести в порядок территорию, но и своим примером показать, что чистота в городе зависит от нас самих. Ирина Волокитина, Алексей Урженко, программа «Время местное».